Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот такую вот сумочку клатч. Ну, не знаю, она не клатч, она скорее всего сумка просто. Вот, ушло у меня около 500 грамм пряжи этой трикотажной, которая у меня по ссылочке внизу, бисквит. Почему говорю около? Потому что могут быть разные плотности вязания, поэтому где-то 450-500 граммов ориентировочно уйдет на вот эту сумочку. Я вязала из двух цветов, потому что кто за мной следит, тот знает, что вяжу из того, что есть. Ну, ее можно сделать одноцветную, так как у меня были остатки, поэтому я скомбинировала вот так вот двухцветную. Вы можете делать однотонную. Выбор цветов есть на сайте, поэтому покупайте. Крючок восьмерочка. Начинаем с того, что набираем цепочку из 19 петель и вяжем столбиком без накида. Накида. Теперь буду тормозить все время. Во вторую петлю начинаем вязание. Вот, провязала я 18 петель. Теперь из вот этой последней, из этого узелка, мы вывязываем 3 петли. Сейчас мне узелок сначала влезть. Так, отсюда мы вывязываем 3 петли. 1. 3. Так, я вот эту ниточку сюда подтяну, продеваю сюда нитку. Видите, 3 петли, это будет краешек наш. И теперь продолжаем напротив каждого столбика вяжем далее. А, ну, в обратную сторону вяжем. Доходим до конца ряда. И вот из этой петли подъема, которая у нас была, петлю подъема, вывязываем 3 столбика без накида. 3. Вот, все, мы повернули. Видите, теперь вяжем по кругу, вот столбиком без накида. Вот так вот по кругу вверх. Это как бы наше днище. Теперь мы вяжем вверх. По спирали, не делая петель подъема, ничего, по спирали просто. Вот провязала я, сейчас скажу, сколько рядов, девчонки. 12 рядов я провязала круговых. Нет, подождите, если считать этот первый ряд, всего 12 рядов, это у меня 17 сантиметров в высоту и в ширину 27 сантиметров. Теперь что мы сделаем? Вот здесь вот смотрим. Видите, вот здесь вот я уже обрезала ниточку. Сейчас мы закончим эту цепочку, чтобы у нас была такая непрерывная цепочка. Видите, продели мы в эту предыдущую. Теперь возвращаемся сюда. Так вот. И протягиваем. Фиксируем. Вот теперь у нас цепочка, видите, непрерывная. То есть нет вот этих перепадов, переходов некрасивых. Ну, у нас красивая ровная. Ну и вовнутрь продеваем эту ниточку. Беру второй цвет ниток. В вашем случае может быть однотонная. Теперь всю сумочку я делю напополам. Вот двумя маркерами. И плюс еще половинку половинки. Значит, если вот эта половинка... Здесь у меня влево и вправо идет по 10 петель между маркерами. Значит, если не считать, маркер 10 петель, маркер 10 петель. И здесь вот по маркеру. Теперь берем нить. Либо эту же, либо другого цвета. Вот у нас петля с маркером. Одну пропускаем и со второй вывязываем петелечку. Вот так вот. Теперь конец я возьму, маркер буду, я сниму. Конец я придержу и буду как бы фиксировать. И вот с этой петли, где был маркер, я вывязываю 5 столбиков с накидом. С накидом. Вы знаете, девчонки, я буду говорить так, как мне удобно. Я не хочу над этим ломать голову. Потому что я говорю автоматически. У меня может быть ударение во всех словах неправильно. Раз, два, три.
4, 5. Вот, смотрите. Теперь одну петлю пропускаем и следующую фиксируем. Полустолбика. Вот такой вот такая ракушечка у нас тут будет. Теперь передвигаемся влево полустолбиками 1, 2, делаем воздушную петлю подъема, поворачиваемся. Теперь здесь считаем, сколько у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 будет этих петелечек, и с каждой мы вывязываем, она как бы вот это не петелечка, это просто петля подъема, но мы будем задействовать тоже. С каждой мы вывяжем по 2 столбика с накидом. 1, 2. Вот видите, сейчас я вам показываю, почему мы будем вязать из этой петли подъем, потому что у нас тут не хватает, смотрите. Поэтому мы отсюда еще вывяжем 2 столбика. Так, и теперь одну пропускаем, фиксируем во вторую через одну. Теперь продвигаемся влево. 1, 2. Вот оно. Продвинулись мы. Петля подъема, поворачиваемся. И теперь будем вязать в каждую петлю столбик с накидом 1 и между ними воздушную петлю. Вот так, таким вот образом. Вот опять же из столбика петли подъема я тоже тут буду вывязывать. Сейчас я посчитаю, вам скажу, сколько всего их у меня. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь одну петлю пропускаем, фиксируем через петлю, подвигаемся полустолбиками 1, 2. Так, здесь мы делаем 3 поворота, 3 подвигающихся полустолбика. 1, 2, 3. Одну петлю подъема делаем, поворачиваемся и вяжем в каждую петлю столбиком с 2 накидом. Вот так вот. И в между, то есть в эту дырочку тоже. Видите? В петлю, между петлями, в петлю, между петлями, в петлю, между петлями. Вот оно, смотрите, сейчас я вам сосчитаю. 26 столбиков с 2 накидами. Вот уже у нас такая закрывашечка. Теперь пропускаем 2 петли в третью, фиксируем. Там мы уже умеем, уже знаем. Подвигаемся на 1 петлю. Вот уже видите, все, мы уже у маркера. Маркером снимаем, уже он нам не нужен. Теперь 1 воздушная петля подъема. Вяжем 13 столбиков, просто столбиков. 2. Довольно свободно здесь 3. Кто-то меня там хватает за ноги, у меня котенок. 8. 13. Так. Вот смотрите. Вот, следим, чтобы здесь у нас не было стянуто очень сильно. Теперь нам нужно сделать петельку для пуговицы. 3 воздушные петли сделаю, 1 пропускаем. И начиная со второй вяжем снова 13 столбиков. Вы слышите вот это звуки? Это у меня летают по комнате все клубки. Сейчас я вам покажу бандита. Моего, смотрите. Такое рыжее чудо. Сейчас оно убежит, конечно, но прыгает мне на ноги и мешает мне вязать. Да? 12. Ну и из воздушной петли, как обычно, последнюю. 13. И полустолбиком фиксируем. Так. Мы пошли теперь на компьютер. Обрезаю здесь вот. И теперь просто
протяну и затяну на изнаночную сторону. Вот так вот. Вот так вот выглядит. Здесь вот просто затягиваю эту ниточку. Вот одна у нас уже здесь есть. Теперь вторая. Теперь знаете, что сделаю? Теперь я за вот эти две ниточки привяжу здесь карабиночку на ключики. Пусть она у нас здесь будет на ключи. Вот так вот. И обрежу. Все, у нас здесь будет на ключики. Маркер снимаю. Вот оно. По сути, останется наша ручка, если нужна. Можно без ручки, как клатч, вот так вот носить. Можно сделать еще ручку. Можно делать без пуговицы, девчонки. Сделать потайную застежку. Я сейчас делаю с пуговицами. У меня пока нету ни одной сумочки с пуговкой. Я ее сделаю эту с пуговкой. Итак, пришила я пуговичку. Видите, уже вложила вовнутрь книжечку, чтобы держалась сумочка. Вот так вот она у меня выглядит. Вот. И для ручки. Для ручки я вязала по видео, которое появится в углу. Третьим способом ручку я провязала. Связала, сейчас скажу, сколько сантиметров. 59, ну 60. Две карабинки. Вот, кстати, пришила. Видите, как пришиваю? Пришью еще с этой стороны, то есть на карабиночку пришила эту ручку. Размер сумки в итоге, в финале, 29 сантиметров, ширина и высота 18 сантиметров высота. Вот. И сейчас я приделаю вторую ручку. И вот такая сумочка у меня получилась, девчонки. Уже не буду как бы это. Вот. И я думаю, что тему с сумками мы уже потихонечку будем завершать. Может, еще одну-две я свяжу. И переходим на тему шарфы, шапки, снуды и так далее. Потому что скоро у нас осень. Вот. Ну, в принципе, все, девчонки. А с вами была Вика из школы рукоделия. Я доделаю вот эту ручечку. Всем пока-пока!